Приготовься. Я сейчас сделаю, да. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я Токарева. Да, Ольга Токарева. Я участница литературного объединения Украленко, руководство Максима Жарницкого. И вот я первый раз у замечательных бардов Елены и Виталия. Вот, и, так сказать, вот мое выступление. Любимый друг мой альтер-эго, страницы памяти листаю, повсюду твое фото разбросаю, спрошу тебя, ты был или не был? Ирония была твоей сестрою, с ней не расстался, даже умирая, и жизнь прожил, со смыслами играя, любовь к тебе ни от кого не скрою. Дождь идет, словно плачет природа, и деревья в моем будто смотрят окно. С ними вместе оплачу несгоды, станет на сердце тихо, светло, и душа вновь попросит свободы, словно птица ей будет дано полететь далеко, к небосводу, как когда-то умела, давно. И последнее стихотворение, это вот уже тему о Лете. Вот. Счастье — это очень просто. Это мы с тобой в вагоне, это ветер на перроне, в море синем дальний остров. Мы с тобой рисуем море. К облакам душа стремится, словно выпорхнула птица, оказавшись вдруг на воле. Лена, прости, пожалуйста, они меня заставили. Молодцы. Что тебя заставили? Ты пропала. Мне сказали, иди выступай немедленно. Да. Не правда, мы его почти даже не били. Не совсем так. Я пошла провожать гостей, поэтому они тебя заставили. Ну что заставили? Тебя же не убили, как охотник там этого медведя-шатуна, правда? Это была Ольга Токарева. Разговаривала я.